Так, ребята, всем привет. Продолжаем играть с Pentarius Mudrunner. Так, я хочу открыть последнюю точку. Вон она, вижу. Так, слева, наверное, можно будет объехать. Сейчас на КамАЗе туда проедем. Где она? Ё-моё, только что где-то была. Где-то слева получается. Ну-ка. Запихнули-то ее, конечно. Что, застрял что ли? Серьезно? Застряли? Давай, серьезно, ты чё? Так, все, оставляем его. Что у нас получается? Все открыто. Сейчас, где у нас? Вот он. Я хотел ехать по дальней дистанции, потому что не здесь. Она все равно здесь закрыта. В любом случае нам тут не проехать. Либо нам пилить. Вот так вот, по большому радиусу, да, можно проехать, конечно. Вообще по большому. Либо вот здесь разворачиваемся и едем. Ну вот здесь вот объезжаем. Тоже, в принципе, по большому радиусу. Что слева, что справа, в принципе, без разницы. Ну давайте поедем по дальней дистанции. Самое главное не лечь нам на бок.
Заправимся сейчас на станции. Ё-моё, у меня тут топливная цистерна стоит. Так, секунду, значит, секундочку. Глушим, пересесть. Пересесть не дотягиваемся. Давайте, знаете что? Отгоним топливную цистерну вот сюда, на лесопилку. Попросили туда перегнать топливную цистерну, так что она полная, с топливом. Давайте перегоним. Ничего себе, налетели на камушек. Так, приехали. Сейчас надо будет влево взять, потому что здесь лесовоз пойдет потом. Thank you.
Все, оставляем его здесь. На полной не хочет ехать. На повышенной, точнее. Я думал, здесь длинные бревна будут лежать, а здесь короткие лежат. Так, самое главное, брод. Форсируем. Вроде нормально идет. Конечно, стаскивает неплохо так. Я надеюсь, он не отцепится на ходу. Неплохо стаскивает, кстати говоря. Воу-воу-воу-воу. Ё-моё, ты видишь, перевернется. Еще не хватало второй раз перевернуть прицеп этот. И так уже переворот был. Плюс прицеп отстегнулся. Вроде только полный бак был, и уже треть бака сожгли, блин.
время, конечно, летит вообще. Так, а куда я вообще еду здесь? А, здесь есть дорога, да, типа. Так, ну едем прямо до дороги. На... Блин, мне, конечно, надо бы вправо уходить. Так. Давайте вправо уходить. А то до темна так не вернемся. Не доберемся, точнее. Если мы тут, конечно, не засядем. Тут дороги-то нету. Маневрируем тут. Так, вот дорога, отлично. Ну все, нормально, сейчас к гаражу и уходим направо. Все время направо. Теперь купаться. Поплаваем немножко. Ага. Так, секунду.
Так, ну что ж, разгружаемся. Ну, игру нет смысла уже продолжать, как бы я и так лишний рейс с бочкой вот сделал, с топливной. Время игры 4 часа. Но закончили бы раньше, потому что у меня был переворот один. Плюс прицеп отстегнулся. Так бы еще раньше бы закончили. Карта на самом деле очень маленькая. И, ну, не такая сложная. Так, а следующая у нас будет карта потом уже в режиме симулятора. Это побережье будет. Все, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, до новых встреч. Пока.